Доброе утро, дорогие мои подписчики и гости моего канала. И сегодня будет обзор на телефон Nokia. Модель 6131, телефон 2006 года выпуска. Этот телефон рабочим был. В телефоне есть камера, внешний дисплей, разговорный динамик, здесь второй дисплей, клавиатура. Снизу у нас ничего. Здесь вот музыкальный динамик, кнопочка включения и еще какая-то кнопка. А, это кнопка аудиоплеера. И вот эта кнопка, которая открывает телефон. Сверху у нас радиоподзарядку для кабеля, под наушники. Здесь у нас свод под карту памяти microSD, кнопка регулировки громкости. Телефон поддерживает одну сим-карту стандартного образца. Туда аккумулятор и подойдет от телефона Astra. Вот, он подошел к родной. Ребят, я хотел вам рассказать новость. Я вчера в OLX заказал еще два легендарных телефона Nokia. Вот, вон они едут еще с Киева. Да, ну когда они приедут, я покажу, я сниму видео распаковку для вас. Так, и сегодня и сниму четвертую часть Самсунгов. Так, заходим в меню телефона. Сообщения, новые сообщения, входящие, черновики, исходящие, переданные, сохраненные, отчеты о доставке, электронная почта, чат, голосовые сообщения, информационные сообщения, служебные команды, удалить сообщения, настройки сообщений, выходим. Контакты, имена, мое присутствие, подписка, настройки группы, быстрый набор, синхронизировать все, удалить все контакты, переместить контакты, скопировать контакты. Журнал, вызовы, непринятые вызовы, принятые вызовы, набранные номера, адресаты сообщений, очистить списки вызовов, длительность вызовов, счетчик пакетных данных, таймер пакетных подключений, журнал сообщений, местоположение, выходим. Настройки, режимы, темы, сигналы, основной дисплей, малый дисплей, время и дата, меню быстрого доступа, подключение устройств, вызовы, телефон, аксессуары, конфигурация, защита, восстановить стандартные настройки. Выходим. Галерея, фото, клипы, музыка, темы, графика, сигналы, аудиозаписи, принятые файлы. Выходим. Мультимедиа, камера, видео, мультимедийный проигрыватель. Проигрыватель, радио, диктофон, эквалайзер, расширение, стерео. Выходим. Органайзер. Будильник, календарь, дела, заметки, калькулятор, таймер, секундомер. Выходим. ПТТ. Включить ПТТ. Обратные вызовы. Список каналов. Список контактов. Добавить канал. Настройки ПТТ. Параметры конфигурации. Интернет. Выходим. Приложение, игры, коллекция, выходим. Интернет, nokia.com, домашняя страница, закладки, последний адрес, служебные сообщения, настройки на адрес, очистить кэш, выходим. Ну и все, вот такой был обзор на телефон Nokia 6131. Кому понравилось это видео, ставим лайки, подписываемся на мой канал, нажимаем на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Пишем комментарии, ну и все. Всем пока-пока. До новых видео и обзоров.